Вот, всем привет. Сегодня вот у меня такая вот пила, старая, еще советская. Нашел прям толстую сегодня относительно. Она, наверное, миллиметра полтора-два толщиной. Вот хочу попробовать сделать из нее мачете, рубить ветки, сорняки всякие, на рыбалку ходить. Сейчас нарисую. Прям побольше. Я уже одну делал. Так. О. Сделаю прям здоровенную. О. Вот такого размера. Сейчас болгаркой выпилю, заточу и сделаю ручку кайфовую какую-нибудь. То эту ручку сделал, так себе получилось. Ну вот, болгаркой выпилил такую вот форму. Просверлить ее вообще без вариантов, такую толстую не получится точно. Только на станке, если. Ну, вот так вот поточил маленько. Ну, более-менее острая уже получается. Вот сейчас ее шлифану все. На вес она килограмма два. Прям тяжелая. Ну, видно, что толстая сталь. Сейчас не фокусируется тут. Вот здесь. Ну, вон она. Видно, какая. Ну, вот так вот я ее зафиксировал шурупами и шлифую. Ну, и плюс подточил еще более таким мелким диском. Сейчас переверну с другой стороны, также шлифану. Вот, доделал я мачете этот. Ну, так я не обработал еще до конца. Ну и ручку, я думаю, все-таки найти из бука досочку какую-нибудь и из нее сделать хорошую ручку, красивую. Так пока временно сделал, на веревке проволокой обмотал. Ну, блин, брусок вот этот вот, сколько? 100 на 100. Просто разрубил. То есть он вообще спокойно. То есть функцию топора она выполняет точно. Вот сейчас попробую еще разок. Одной рукой сейчас попробую разрубить. Так. Вообще изи просто. Еще и втыкается.